В видеообзоре про T-Cluster 7 я рассказывал о том, что в некоторых моментах, в некоторых местах у меня бывает размытость, как плывут буквы. Я не знал, это из-за там настроек экрана каких-либо или вообще почему это так происходит. Но как бы нашел решение, поэтому решил с ним сразу поделиться. То есть мы заходим для того, чтобы не было, то есть, ну, вот сейчас, допустим, четко все буквы, но бывает такое, что ты запускаешь какой-то экран, и буквы размыты. И вот, чтобы этого избежать, заходим в параметры экрана, и вот здесь у нас масштаб и разметка. Во-первых, можно поменять на более меньший масштаб, но тогда будут цифры маленькие и неудобно смотреть. Вот такой 150 для этого экрана вполне отлично, и все достаточно крупно и удобно смотреть. Но чтобы размытость убрать, заходим в дополнительные параметры, и вот здесь вот разрешить Windows, исправлять размытость в приложениях. Нажимаем включить, и после этого у меня как бы все отлично, и больше я пока не сталкивался с проблемой, с такой, что где-то вот, чтобы где-то были какие-то там размытые буквы. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!